Кучурганское водохранилище сегодня выпустили 5 тонн рыбы. Зарыбление провело Слободзейское общество охотников-рыболовов. Сегодня выпускали сигалеток белого и пестристого толстолобика, карпа и амура. Это одно из последних зарыблений этого года. Зарыбление прошло замечательно, погодные условия позволяющие, температура воды и воздуха в норме. Рыба чувствует себя очень хорошо, поступив в малый водоем. До конца недели Слободзейское общество охотников и рыболовов выпустит еще порядка 3 тонн рыбы. Зарыбление в Приднестровье проходит каждую весну и осень на реке Днестр, протоке Турунчук, Дубосарском и Кучурганском водохранилищах. Главная цель – сохранение и восстановление водных биоресурсов.